Да, и самый главный сюжет. Да, о котором мы специально не говорили вплоть до сей секунды. Когда нам позвонили и сказали о том, что такое возможно, мы просто не поверили. Но оказалось, что это действительно реальность. И очень хорошо, что среди нас живут такие люди, способные на высшее милосердие и такую любовь к нашим меньшим братьям. Петр, а почему такая любовь вдруг к лошадям? Как эта лошадь оказалась у тебя дома? Ну, ее в совхозе хотели списать на мясо. Мы ее купили по мясной цене, она болела. И вот вылечили. Сколько такая лошадь стоит? Я купил за 250. Как ты думаешь, почему сейчас стало гораздо меньше лошадей в деревне? Машин, наверное. Ну, здесь вон травку посадили. Вот, и говорят, что ты делаешь? Я говорю, пасется лошадь. Вот, они говорят, ты на всю траву помнешь, мы ее специально сажали. Вот, траву им жалко. А машины ездят, ничего. На пляж приехал, вот мы мыть ее, там начали ругаться, что, ну, портит она им. А там рядом машину мыли, ничего страшного, говорят. Поэтому их мало, наверное. Потом своих лошадей долго нельзя было держать, только вот государственных. Сейчас я не знаю, как можно держать своих. Ты на нем уже катался здесь? Да, по Москве детей катали здесь перед домом. Вот уже к участковому жалобу поступили, что людей даем, катаем. Вот без решения родителей сажаем на лошадь. И как участковый отреагировал? Он сказал, запри ее, если уж так. Это. Он привык к моим выходкам уже. Запри, говорит, и не выпускай, чтобы никто не видел. Ну хорошо. А можно зайти к тебе в дом и посмотреть, как она живет? Пожалуйста. Ну, я так понимаю, она так и ночевала вот здесь, вот стоя в этом углу. А где спал ты? Вот здесь. Она тебя беспокоила ночью? Ну да, то на ухо дышит, то живот лежит. Жарко сейчас, я раздеваюсь, одеяло. За коленку укусила под утро. Ты на нее не обиделся? Нет, отвернулся просто. Кто из животных у тебя еще был там? Много, змеи, кошки, цыплята были, попугаи. Много, сейчас все не перечислить. Ну и лошади чувствуют, вообще все животные чувствуют, когда у них что-то плохо, поэтому она мне, ну, лошади долго привыкают к человеку, но этот быстрее привык, потому что его вроде и лечили, он уже чувствовал, что там не очень хорошо у него было дело. Поэтому он как-то быстро привык уже, признает. За это люблю, что понимает. Лево, Петь, налево.